Всем привет! Как видите, сзади меня зеленая стенка. В общем, это мой первый день в этой гостинице. В общем, мне, знаете, непривычно жить вообще в новом месте, в Риге. Хочу передать привет Риге. Хочу еще передать привет Даугавпилсу и всем даугавпилчанам. Кто скучает по мне, я скоро приеду в Даугавпилс на несколько дней. И потом мне придется обратно ехать в Ригу жить и работать. Это четверг, 23 марта, мой первый день в этой гостинице. В этой гостинице могут жить только те люди, которые работают на той работе, на которой я работаю. То есть эта гостиница, она доступна только специальным работникам, поэтому я специальный работник. Мне так, знаете, непривычно жить в этом месте. Сзади зеленая стенка, одна лампочка не горит, перегрелась, а другая вот горит. Я, кстати, здесь не один живу, я вместе с одним украинцем живу. Ему примерно вроде 22 года, поэтому он здесь уже раньше меня живет. Он сам, как понимаете, с Украины. Но у него совсем другая работа и профессия. У меня, знаете, тоже совсем другая работа и профессия, но мы работаем в одном месте, просто разная работа. Я сказал, что его Андрей зовут? Если сказал, то он вышел. Тут, как, кстати, я дальше расскажу, здесь могут жить 3 человека. Вот, поэтому пока третьего нет, у нас пока 2, я и Андрей. Пишите в своих комментариях, кто раньше жил не только в гостинице, но и просто в общежитии. Ну, просто приехали в другой город и живете уже в другом городе, потому что либо это работа, либо это какой-то институт. Я очень стараюсь этот видеоблог интересно сделать, потому что в моей жизни это впервые. Пишите вы в своих комментариях, что у вас было впервые, там, когда вы начинаете уже взрослеть. То есть это... Пока, ну, в этом видеоблоге я рассказываю то, что я не то что взрослее, я просто самостоятельно живу. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу взросления и что-то изменить в своей жизни. Давайте расскажу вам про эту, в общем, гостиницу, в которой я живу, то есть про эту комнату. Начнем экскурсию по этой комнате, в которой я живу вместе с Андреем. Если Андрей появится, то я его либо сниму на видео, либо он что-то скажет на видео, потому что он сам смотрит YouTube. И он не против, чтобы я здесь снял, ну, такой видеоблог, короче, про эту комнату. Итак, начнем. Я уже сказал на видео то, что здесь только одна лампочка горит, вторая не горит. Вот, эта лампочка горит, а вторая не горит. Вот, подойдемте сюда. Вот, видите? А это, ну, не включается. Это вот, короче, дверь. Стенки здесь зеленые. Здесь также, ну, короче, эвакуация с планц. Дальше здесь мои вещи. Вот, здесь это Андрей шарф. Это зеркало, вот, это штатив, на который я снимал, вот, это моя постель, вот, видите, я уже застелил, это наволочка, подушка, и вот, мне самое прикольное то, что здесь формула 1, вот, это холодильник гостиницы, давайте посмотрим, что в холодильнике, ну, пока бедненько, надо зарабатывать, чтобы чуть побольше, тут пиво было, там самогонка и так далее. Тут не буду перечислять, чьи это вещи, то есть большинство из них это вещи Андрея, то есть, ну, то, что связано с кухней. Здесь меньше моего здесь находится. Вот этот вот чайник Андрея, это мобильник, ваши любимые айфоны, зарядка моя. Как видите, тут одна только розетка. Одна с этой стороны на всю вот эту вот стенку. И вот здесь еще одна розетка. И, кстати, вот это место я занял, пока нету третьего сожителя в нашей квартире. Вот здесь вот постель Андрея. А вот это вот моя. А вот это вот штатив.
Если обратили внимание, здесь вот так вот, в общем, это пол покрашен в такой цвет. У меня, кстати, тоже дома вот такой же цвет, ну, именно в коричневый цвет было покрашено, в общем, пол, в общем. Вот тут вот три стульчика, как видите, без спинки. Скромно, но как-то прикольно. Ну, не знаю, можно сказать, что как будто ты находишься в какой-то психбольнице. Вот можете на меня посмотреть, как это выглядит на фоне всего в этой квартире, в этой гостинице. Давайте подойдемте к окну. Я извиняюсь, что такое плохое качество, потому что одна лампочка не горит, а другая вот горит. Вот давайте подойдем к окну. Я не скажу, на каком этаже нахожусь. Вот это вот занавески. Это вид из окна. Уже, как видите, вечер. Скоро нужно будет ложиться спать. Вот то, что касается окна. Ну и давайте еще кое-что покажу вам. Это общий шкаф на всех людей. На троих, если все трое живут. В общем, вот и Андрей пришел. Салют. Вот он с Украины. Что скажешь? Ничего, нормально. А что ты обычно в Ютубе смотришь? Стендапы. А, стендапы. Да. А он, скорее всего, Ларина смотрел или да. Хованского. Всех знаю. Ладно, он пошел, короче, готовить. Вот это, короче, сожитель Андрей с Украины. Вот. Он, короче, тоже смотрит YouTube, наверное, тоже подпишется на мой канал. Потом все украинцы подпишутся на мой канал, и там что-то тема будет Порошенко. Но это что-то лишнее сказал. Он, короче, взял лавровый лист, там готовит картошечку и так далее. Так, давайте про этот общий вам покажу шкаф, короче. Вот, это, в общем, вещи Андрея. А вот это уже вещи мои начались, видите? Вот, карта есть. Дальше это не мои вещи, это Андрея. Так, вот это мои вещи. Вот, кому интересно, мои трусы, в общем. Так, дальше это мои полотенца. Вот, то, что здесь, с этой стороны, это уже не мои, это вещи Андрея. Вот, это его курточка. А сверху ствол я привез, я еще Андрею не рассказал, что я ствол еще привез сюда в Ригу, короче, ну этот игрушечный ствол, в общем, ну когда, знаете, скучно будет, чтобы поиграться, вот шарики. Ну, собственно, вот вам я рассказал, сейчас давайте сделаю стандартно, ну то есть без этого штатива, а поставлю в эту мыльницу на вот этот вот штатив. Вот я вам рассказал про свое новое жительство, где я теперь живу. Для меня это непривычно, что-то новое. Для кого-то это уже все знакомое, поэтому кто раньше жил в гостинице или в общежитии, пишите свои комментарии, свои впечатления. Я думаю, вам есть что вспомнить про то время, когда вы жили в общежитии, либо в гостинице. Больше мне нечего рассказать, потому что я особо не готовил этот видеоблог. Этот видеоблог нужен, потому что он даст хорошее разнообразие на моем канале за последнее мое время, то есть то, что я снимал. Вот. Может быть, кого-то это видео удивит, потому что я начал самостоятельно уже жить. А, хочу еще передать привет тем людям, которые мне помогли с квартиры пожить у вас временно. Большое вам спасибо, я благодарен. Также большое спасибо еще одному человеку, который мне помог с работой. Я знаю, вы будете смотреть это видео. Большое вам спасибо. Больше ничего не буду говорить в этом видео, поэтому пишите обязательно свои комментарии. Ставьте либо лайк, либо дизлайк. Андрей, ты, если будешь смотреть это видео, не знаю, где ты будешь находиться, который вместе со мной живет, обязательно посмотри это видео, тебе будет что вспомнить, я точно уверен. Может, какое-то пройдет время, там, 2 или 10 лет, ты будешь вспоминать, когда ты жил вместе со мной. Вот, ну, в жизни всякое бывает, да, то есть могут некоторые пути сойтись или разойтись, поэтому я хочу закончить этот видеоблог. Подписывайтесь, короче, на мой канал. Всем пока!